Несколько акций протеста прошли сегодня возле турецкого посольства в Москве. Люди, возмущенные действиями Турции, сбивший наш бомбардировщик, приходят в депмиссию вот уже третий день. Активисты различных политических движений принесли плакаты черного цвета с надписью «Черная метка». В памяти трагической гибели российского летчика к ограде посольства прикрепили десятки бумажных самолетиков. Собравшиеся требовали отменить безвизовый режим для турецких граждан, а также ввести санкции в отношении бизнеса. Как отметили в полиции, пикеты прошли спокойно, без каких-либо происшествий.